Профессиональная бдительность и внимание к мелочам помогают стражам порядка не только в разыскной работе. В Караганде старший инспектор местной полицейской службы Дастан Азанбаев бросился на помощь утопающему, лишь заметив круги на городском водохранилище. Рыбак был спасен, а майора представили к награде. Капитан полиции, дочь и сестра полицейского Асель Исабаева отлично знает, как подготовить мужа майора полиции к рабочему дню. Да так, чтобы он ни на минуту не отвлекался от службы. Плотный завтрак должен быть, потому что у нас ненормированный график. Мы можем даже без обеда остаться, поэтому по утрам желательно плотный завтрак. Конечно же, горячего чая или кофе, и также яичница. Почти по-армейски, 2 минуты на сборы, и вот старший инспектор отдела расследования местной полиции Дастан Азанбаев по дороге на работу. Профессионализм сыщика не дает пройти мимо едва ли не каждой машине. Майор Азанбаев с коллегами по отделу расследуют ДТП, в которых виновники скрылись с места аварии. Таких в Карагандинском регионе в среднем случается по 100 дел в месяц. И чем сложнее дело, говорит сыщик, тем интереснее. Мы по крупинкам ищем, вот, например, правильно? Столб, например, сбил. Как мы ищем? Кого спросить? Потихоньку уже начнем свидетелей искать, кто видел. Там на месте происшествия обломки будем смотреть, от какой модели. И потихоньку вот так, по цепочкам, по крупинкам. Но это интересно. Интересная работа. Годами наработанное профессиональное повышенное внимание разыскника к деталям помогает не только находить нарушителей, но спасает жизни. Другой бы на эти всплески в воде, случайно попавшие в объектив, и внимания не обратил бы. А полицейский сразу понял – беда. Курка, вода! Вода с куркой сюда! Оказалось, у купавшегося мужчины в холодной воде свело наконечности, и он начал тонуть. Дастан, не раздумывая, бросился его спасать. Холод не чувствовал. Даже о себе думать этот, времени не было здесь. Геройским поступком не считаю это. Любой гражданин, здесь проезжающий, увидел, вытащил бы человека с воды. В канун профессионального праздника за этот поступок коллеги представили майора полиции Дастана Азанбаева к награде. Юлан Чаус, Василий Савкин, Хабар 24, Караганда.